пилинг обладает также тексотропными свойствами, и мы его разминаем немножечко, да, в руках. Но он довольно мягкий по сравнению с остальными гелями, поэтому это не требует большого времени. Также можно размять и в руках. И он становится вообще жиденький довольно. Наносим достаточно равномерно. Так как у нас будет пилинг Ай, также на поверхность глаз, переорбитальную область точнее, кроме подвижного века и отступя от нижнего ресничного края 2 мм, также наносим и на глаза. Глазки наверх. Кожу век это у нас уплотняет курс процедур, конечно же, уплотняет. В сочетании с биоревитализацией тем более. Спросим у нашей модели, какие ощущения. Женя, есть? Нет, пока нету никаких. Ничего нет. На препилинге жжения практически не бывает, хотя у кого-то есть, на дефайтинг, например. И ждем побледнения кожи.